Всем привет, друзья! Продолжаю показывать обновки своих украшений, которые я получила с AliExpress и не только с AliExpress. Но сегодня в этом видео я вам покажу очень-очень любимую мною часть моей коллекции и не только моей, а просто вообще раздел бижутерии как украшение с жемчугом. Неважно, жемчуг этот натуральный, искусственный, майорка, природный, культивированный, барочный. Я люблю все виды жемчуга. И все ношу, покупаю с удовольствием, и мне сложно остановиться. Но стараюсь хоть как-то, знаете, разнообразно более-менее выбирать модели. Вот в этот раз я выбрала вот такую модель. Недорогая, кстати, была вариант золотой фурнитуры и серебристый. Я колебалась, если честно, мне нравится и золотая тоже. Но я думаю, что не исключено, что я закажу потом золотую тоже. Пока что я поносила вот эту с огромным удовольствием. Тут искусственный жемчуг хорошего качества, выглядит прилично. Бантики из бесцветных фианитов и лаконичная такая швенза. Замочек наручники, бантик не двигается, бусинка не двигается, то есть это все монолитная такая композиция. Сережки маленькие, ну как маленькие, но не крупные, ну знаете, такие достаточно приметные и выглядят очень-очень мило. Здесь удачная, я считаю, очень швенза, хорошая, прям суперски подходит к этому дизайну. Если вас, кстати, интересует, что это у меня там висит на дереве, что за украшение, если вы не смотрели на другие мои видео, то из других видео эти украшения. Вот это я вам покажу обновочку, которая работает сразу на два фронта моих пристрастий. Это подвеска в виде ключика и это украшение с жемчугом. Это не с AliExpress, это наша российская ювелирная компания, которая называется «Приволжский ювелир». Здесь серебро 925 пробы и жемчуг, как ни странно, культивированный, ну, то есть натуральный жемчуг, искусственно выращенный. То есть даже такой малепусенький жемчуг бывает натуральным в таких вот украшениях. По-моему, прелесть. Вот как вы видите, он у меня еще с этикеткой, потому что я его буквально вчера заполучила. Такая вот лапочка-лапочка. С жемчугом ключиков у меня еще не было. Вот такая очень интересная модель. Это уже снова AliExpress. Жемчуг здесь натуральный, культивированный. Немножечко такой выпуклый, но не сильно. То есть это не прям кружок, не сфера, а такой сплюснутый немножко кружок. И мне понравилось, как оформлен ободочек. Вокруг этой жемчужинки есть цветные вставки. Фианиты там мелкие-мелкие, бесцветные, расположенные вот такой четверочкой. Дальше идет один зеленый фианитик покрупнее. Потом опять 4 крошечных, опять зеленый покрупнее. И вот таким образом оформлен весь ободочек вокруг жемчужины. Цвета фианитов я не помню, чтобы были разные. Мне кажется, что не было. Я бы, например, не отказалась от синего, от фиолетового. Но, по-моему, был только зеленый. Штифт буквально капелюшечку занижен. И на какую мочку? Ну, скорее на среднюю, а может быть даже чуть-чуть пухленькую. Вот. Английский замочек, такие маленькие аккуратные сережки, очень похожи на ювелирные изделия. Ну, то есть как будто это не бижутерия с вставкой натурального жемчуга, а как будто ювелирные сережки, там серебро, например, или белое золото, если сильно фантазировать. Вот. На днях мне, да буквально вчера, пришло вот в таких пакетиках очередной мой заказ из магазина, который продает изделия из жемчуга преимущественно. И в этом пакетике у нас, кстати, да, фурнитура у них заявлена 925 серебро. Ну и жемчуг вот пресноводный. Насчет серебра я не уверена, не знаю.
Но жемчуг очевидно, что действительно пресноводный. Ой, запутались. Всего две сережки на цепочках и умудрились запутаться. Так, сейчас. Так, распутала. Вот такие сережки. Жемчужинки не крупные, и они, кстати, очень разные. Мне достались. Видимо, на производстве таких сережек не очень-то заморачиваются с калибровкой по размеру. Но я бы не сказала, что они, знаете, вопиюще разные. Но я знаю, что есть люди, которым вот такая разница, это будет ого-го. Я же буду носить совершенно спокойно, особенно памятуя о том, что уши по разным сторонам головы, и как бы замерять, подходить вряд ли кто-то будет. Никакой вот здесь вот перемычки нет. У меня есть сережки тоже на цепочках, вот такие протяжки, но в середине перемычка у них. И они таким образом держатся в ухе на перемычке. А здесь непонятно, как они должны держаться в ухе. Или ты их протягиваешь до самого конца, вот так вот к дырочке, да? Что у тебя около дырочки вот такой короткий жемчуг висит, а сзади уже длинная-длинная цепочка. Или, я думаю, что берешь обычную заглушку силиконовую, надеваешь и уже таким образом регулируешь ту длину, которую хочется, чтобы была спереди и сзади. Я думаю, что вот так это и будет работать. Вот. Такие вот сережечки. Ну, не на пятерку, конечно, именно из-за того, что жемчужинки разные. А в остальном исполнение очень и очень аккуратное. Особенно если это действительно серебро, это будет просто прекрасно. В еще одном пакетике была цепочка с жемчужинками. Давно я хотела такое украшение. Здесь заявлено 50 сантиметров, это хорошо. Например, 40 сантиметров для меня было бы маловато. Так. Ой, какая прелесть. Прелесть прелестная. Здесь вот такие малепусечные жемчужинки. Малепусечные, я думаю, максимум по широкой стороне будет 4 мм. И то не во всех. А по сплющенной стороне, наверное, 3 мм. То есть прям крошечные жемчужинки. Тоже они не одинаковые. Есть различия в жемчужинках. Видите, какие-то более вот, чуть-чуть формы капельки. Вот это слишком сплюснуто, это больше на ровную круглую похоже. Вот. Сколько здесь жемчужинок, интересно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. А, еще я помню, что... Ой, что-то птицы разорались. Я помню, что можно застегивать замочек вот этот, не обязательно на последний этот петельку, можно застегнуть, например, вот впритык к шее, допустим, да, я показываю, вот это вот впритык к шее круг, потом мы застегиваем вот сюда, и у нас остается висеть еще спереди вот такой вот длинный как бы галстучек тонкий. То есть можно тут еще и поиграться таким образом с этими вот застежками. Ну, вещь очень нежная, такая тоненькая. Предварительно мне нравится, но, как вы поняли, я еще ничего не носила, только вот впервые открываю с вами. Еще одна вещь подобна предыдущей, но это уже браслет, и здесь гораздо крупнее жемчуг. Ну, прям несравненно крупнее. Вот. В колье какой малепусенький. И вот в браслете. В браслете обычная такая вот застежка, которую самой себе застегнуть будет очень-очень сложно. Или нужно будет приделывать мне удлинительную цепочку, за которую подхватывать и застегивать. Ну, либо кто-то будет мне помогать. Здесь раз, два, три, четыре, пять. Пять жемчужинок. По диаметру, ну, я думаю, по большой стороне миллиметров 10, может 11 максимум. Но сами бусинки, видите, они малость сплющены. Это не кругляшки. Вот, и, конечно же, они неровной формы. Жемчуг я выбрала преимущественно белый, около белого весь.
Да, вот такая штучка. Штучка. И еще одно украшение покажу с AliExpress на жемчужную тему. Это тоже длинные серьги, но здесь уже черный жемчуг. Конечно же, это жемчуг, окрашенный в черный цвет. Здесь пусеты с крошечными фианитиками. Такие длинные как бы цепочки с фианитиками. Ну, это такие очень тонкие, изящные коннекторы, можно сказать. И внизу висят вот такие черные жемчужинки. У них слабо выраженная жемчужная вот эта вот текстура. То есть именно самой жемчужности, я считаю, маловато. Но все равно видно, что это не просто черные какие-то бусинки из камня или из стекла, а это именно жемчуг черный. Вот, поэтому это попадает в это видео, в жемчужную коллекцию. Очень, кстати, симпатичные и недорогие сережки. Ну, не копеечные прям, да, но для жемчуга и для такого красивого исполнения, качественного, изящного, я считаю, недорого. По-моему, здесь не было заявлено, что это серебро. Но в любом случае я ссылки все оставлю, что найду. А вы уж там сами почитайте описание, почитайте отзывы других покупателей. Если заинтересуетесь, можно будет купить. Давно я обещала показать вот эти сережки. Если ты, Камелия, заглянешь в это видео, то большой тебе привет. Несколько месяцев назад она просила, спрашивала, что это за сережки. Они висели на одном из моих вот таких деревьев. И я сказала, что я покажу в следующем видео. Ага, и пропала сама. Ну так вот, это сережки тоже с AliExpress. Они тоже попадают под жемчужную тему. Это легкие-легкие сережки, дешевые. И они пластмассовые. Несмотря на то, что они выглядят очень хорошо, это они отражают красное, там вот эти все цветное, это они отражают. На самом деле у них такой очень-очень мягкий, знаете, это не чисто белый жемчуг, а вот, можно сказать, персиково-розовый, что-то такое, цвет жемчуга. Но это пластик, даже слышно, какой это пластик. И фурнитура здесь тоже дешевая. Но когда они были новенькие, они выглядели хорошо, и фурнитура выглядела лучше. Сейчас прям видно, что она плохая. Но, тем не менее, они мне достались с браком. Это изначально было так. Я не знаю, видно на камеру или нет. Они поцарапанные, покоцанные такие немножко. Вот здесь сверху хорошо видно, вот в центре прям такие приличные царапки. Вот на этой чуть-чуть потертости видно. Короче, вот видно. Я эти сережки так ни разу и не носила. Они у меня просто висят там-сям, знаете, на моих деревьях вот этих. Украшают собой вот эти деревья. Но из-за того, что они изначально такие бракованные мне достались, вот смотрите, какой ляп огромный, я их, конечно, не носила. Я продавцу сразу написала, мне вернули деньги, даже те небольшие, за которые я их купила. И они вот у меня просто вот так валяются. К сожалению, вот именно с этой парой мне не повезло. Но вместе с той парой я заказала эту пару. У них оттенок более бежевый, более теплый и насыщенный, глубокий цвет. И они сразу были качественные, без всякого там брака. Но, правда, я их немножечко поносила, еще они у меня повалялись в шкатулке с другими украшениями, и все-таки они немножечко начали обтираться. Вот тут можно увидеть такую каверну небольшую, но она маленькая, в принципе, практически не видно в реале. Вот тут уже видно, что-то появилось. Точка. Вот. Изначально они были очень хороши и легкие, но при этом не выглядели как пластик. Смотрелись хорошо. Но теперь, короче, они стали плохие, и в принципе, если вы хотите украшение с видом на долгую носку, то вот эту модель я не советую брать. Но если вам, в принципе, хочется потратить там 100 рублей с чем-то и купить себе такие сережки на недолгую носку, то легко и просто можно купить, поносили сколько-то и не жалея выбросили. Вот и все.
Так, у меня закончился заряд камеры. На сегодня это все. Пишите, пожалуйста, что вам больше всего понравилось. Переходите по ссылкам, кладите в корзину и ждите хороших цен. В принципе, может быть, хорошие цены уже сейчас. Всем большое спасибо за внимание. Спасибо за ваши комментарии и лайки. И я вам всем желаю хороших покупок и хорошего дня. Пока-пока!